волшебном мире ты друзьям Cry Babies. Happy Flowers. Духи из леса сахарной ваты. Часть первая. Я люблю духи. Вот бы мне найти тех, кто их делает. Прости, Лоло, но осталась одна капля. Случилось что-то кошмарное, потому что крик просто ужасный. Лоло истратила последнюю каплю духов. Я знаю, тебе обидно, но ведь она так миловидна. Может, я немного преувеличила, но ведь они пахнут так хорошо. Послушай, их можно заказать. Их доставят прямо к двери. Да, я сделала заказ. Ждать осталось недолго. А? Вот и они, мои духи на пороге. И мои тоже. И мои тоже. Да. И мои. А? О. Эй, вы забыли мои. Мой заказ не прибыл. О, мой флакончик. Они забыли мои духи. Чтобы не оплакивать утрату, отправимся в лес сахарной ваты. Но ведь он так далеко. Лес сахарной ваты? Ты знаешь, как туда добраться? Отведи меня, отведи меня! Прошу, прошу, прошу! Ну ладно, ладно, мы идем в лес сахарной ваты. Только готовьте ножки, путешествие будет далеким. Готовы! Ну вот, мы пришли. Пахнет. Мне тут нравится. Деревья, цветочки, прекрасные ароматы. У нас гости. Ты кто? Я Эйва. Ты пришла к нам в гости? Ты здесь живешь? Откуда ты пришла? Ты делаешь духи? Антенны для чего? Ну привет, Эйва. Это Леди и Лулу. Я Дримми, а это Рим. Приятно познакомиться. Я люблю твои духи. Они волшебные. Лес сахарной ваты – чудесное место. Молодцы, что добрались. Идемте за остальными, они будут очень рады. Эй, у нас гости. Леди и Дримми, и зверюшки Лулу и Рим. Привет, я Мила. Очень приятно, замечательный домик. И оранжерея красивая, и... все так вкусно пахнет. Она очень любит духи. А как вы делаете духи? Мои духи! О, твои духи? Легко! Спасите! Тормоза отказали! Ой, и так всегда! Но тебя собьют! Это не первый раз! Роуз, все хорошо? Все хорошо! Все в порядке, не беспокойся, Роуз! Ой, знаете, я неудержима! Flowers Magic Tears. Роуз парфюмер. Вот, смотрите, как делает духи. И сейчас я все вам расскажу. Тайну ароматов покажу. Ведь запахов на свете нам не счесть, как много есть. И создавать духи большая честь. С легкой ноткой сладкой радуги. Жасмин с ванильной эссенцией. Ух ты! Ароматы наших цветов. Готовая эссенция для духов. Прольешь одну каплю и будешь пахнуть вечно. Поэтому надо уметь их смешивать. Смотрите, смешаем духи весенних полевых цветов. Тут хватит на много флакончиков. Чудесно, я помогу. Лоло, прости, но дома не осталось духов. Нам не доставили заказ. Ой-ой, это работа Софии, но сегодня она что-то невеселая. Все идет не так, все плохо. София, у нас гости. Привет, простите за беспорядок, я не всегда такая. Тут обычно все аккуратно, но я сегодня спутала заказы духов с заказами подарков. Ой-ой. Раньше такого не было, но заказов так много. Не бойся, мы что-нибудь придумаем. Конечно, я уже придумала. Вместе мы все исправим. Продолжение следует.
и тех, кто делает духи. Леди отправилась в лес сахарной ваты в поисках духов. Прости, но дома не осталось духов. Там она встретила Софию, Happy Flower немного неорганизованную. Я не всегда такая. Вместе мы все исправим. Духи из леса сахарной ваты, часть вторая. И что, как нам тут все организовать? Сделаем сборочную линию. Сборочную линию? Да, каждый делает что-то одно, и так мы быстрее закончим. Да, спасибо за помощь. И потом вы покажете мне все уголки вашего леса. С радостью. Надо убедиться, что всем карапузам хватит духов, и наклеить этикетки на флаконы. Я изучу все заказы. А я перенюхаю все духи. А я наклею все этикетки. Мы быстро закончим. Да! Леди, Дримми, вы готовы? Начало для Энджи. Духи «Звездный апельсин». Фиолетовая лаванда. Розовые облака. Звездный апельсин. Есть. Следующий. Мы все тут разберем. Порядок наведем. Тина, поэтические духи. Аромат нежный и вкусный. Получайте, духи для Тины. Для Тины приклею этикетку. Закончим и пойдем на экскурсию в лес сахарной ваты. Наша линия отлично работает. Для Доти духи сладкая клубника. Эй, стойте, нет-нет. Это же для Эллы? Нет. Тропическая маргаритка. Тропическая маргаритка. Духи тропическая маргаритка для Эллы. Элла? Не Элла, Тотти. Тотти или Элла? Звездная маргаритка для Эллы. У меня звезды в глазах. Все пахнут одинаково. Леди, Нарви, Фэнси, Дейзи. Вы знали, что Элла любит мороженое из банана? Но она не любит говорить «нана». Ты сказала «нана»? «Нана» или «лала»? Нет, тогда «нана». Закончили! Да! Постойте, мне нужно доставить все это? Да! Посмотри, как все аккуратно! Да, все очень аккуратно. Ну хорошо, тогда я поеду. Тебя потолкнуть? Ура! Теперь можно идти в лес сахарной ваты! Карапузы получили не свои духи. А я уже так устала. Нам очень стыдно. Мы так торопились, что все сделали на скорую руку. Нам не терпелось попасть в лес сахарной ваты. Он такой удивительный, а вы такие чудесные. Мы были невнимательны, но это больше не повторится. Вы нас простите? Конечно, мы же друзья. Больше никаких ошибок. Вперед! Заказов так много, надо быть внимательными. Последнее. Мы сами разведем, а тебе пора отдохнуть. Лулу и Рим отвезут тебя на пляж. Посылка для Энджи. Посылка для Эллы. Я здесь и для Кони. Все посылки и точно по адресам. О, большое спасибо, карапузы. Если еще раз будет так много заказов, вы знаете, зовите нас. Да! Вместе у нас отличная команда. Наконец-то я смогу подушиться своими духами. О, где же они? Лулу! Сейчас догоню.
теперь пора отдохнуть. Ну, конечно. Угадай, где печенька? Ты угадал. Какой у меня умный пес. Баю-бай, песик, глазки закрой. Ежегодная прививка. Нам же не нужны блохи, да? Спот, вернись, Спот. Это же не больно. Вот еще печенька. А? Что такое? Откуда здесь этот прутик? Это плохо для цветочков, и он может испортить духи. Проблема решена. А это кто? Ой, маленький песик. С большой шишкой? Мы о тебе позаботимся. Оставим его. Тебе нужно имя. Но, какое же? Киви? Пити? Мими? Придумала. Бампи! Спот! Спот! Не бойся, Дотти, он скоро вернется. Что такое? Мы должны помочь Дотти. Стойте, это же печеньки Спота. След из печенья ведет в лес сахарной ваты. О нет, бедный Спот, ему будет страшно. Нам так весело с Бампи. Привет, я уже здесь. Это Роуз, она привезла новые чудесные духи. Идем. Уф, бухте, тутти-фрутти, так жарко. Вы тоже об этом подумали? Край смузи! Ну, мы идем искать Спота. Придется мне дальше самой. Спот! Спот! Где же ты прячешься? Значит, ты Бампи? У меня есть для тебя духи. Вот эти. У них золотой лучик, потому что ты как солнышко. Правильно? Цветы любви, потому что ты славный, милый. И еще сладкие мечты. Невероятно! Ты знаешь название всех цветов, а значит, будешь помогать нам делать духи. Умница, Бампи! У тебя потрясающий нюх! Мы создадим столько ароматов! А? Спот? Скорее! Скажите, Кони и Бруни, Спот нашелся! Спот! Спот! Смотри, какой милашка! Ты такой славный, Бампи! Кто эти карапузы? И почему с ними Спот? И почему они зовут его Бампи? Привет! Простите, но вы что-то напутали! Я Дотти, а это мой пес по имени Спот! Ко мне, Спот! Идем домой! Нам нужно домой! Привет! Я Мила! И это вовсе не Спот! Это Бампи! Мы нашли его в лесу одного! И теперь он с нами! Но что ты такое говоришь? Его зовут Спот, но он какой-то странный! Я же вижу, с ним что-то случилось! Ко мне, Спот, у тебя температура! Он убежал, потому что пора делать прививку, а он их не любит! Но ведь ему тут хорошо! Он целый день нюхает цветы! Да, у него хороший нюх! А еще он хороший друг, мой лучший друг. Похоже, ты его очень любишь. Да, и он меня любит. Но со Спотом явно что-то не так. Он Бампи. Почему ты называешь его Бампи? Он ударился, бам, и у него шишка. О, конечно, он потерял память, когда ударился. Может быть, если сделать то, что вы обычно делаете, он тебя вспомнит. Давай, Бампи, поиграй с Дотти, она хорошая. Печеньки, давай, Спот. Угадай, где печенька? Нет, не уходи! Ты нервничаешь? Баю-бай, песик, глазки закрой! Ну же, Спот, вспомни меня! Я так тебя люблю! Я по тебе скучала, Спот! Что такое? Ну, конечно! Вот еще печенька! Ты их так любишь, да? Спасибо вам за заботу о Споте. Особенно тебе, Мила. Мы будем приходить к вам в лес сахарной ваты, чтобы вместе играть. Пока, Бампи. Удачи тебе. Flowers Magic Spear. Дотти, вот духи для твоего друга. Ох, большое спасибо. Я положу их в чемоданчик. Ох, столько всего, они не поместятся. Это прочь. Это прочь. Это... Стой, Спот! Смотри, Дотти, это Спот! Cry babies, cry babies, magic tears, волшебные.
духов. Я уже здесь. Привезла флаконы. Только что вымыла, чтобы в них остался только чистый запах цветов. Ты такая смешная, Эйва. Правда? Смотрите, что еще я могу. Ой, как смешно. Flowers Magic Pill. Скорее, собирайте цветочный аромат. Аромат клубничной сахарной ваты. Я сделаю с ним очень особенные духи. Эй, а если организовать рынок для карапузов? Я все подготовлю. Я сделаю вывеску из цветов. Со мной они не заскучают. Аромат просто восторг. Привет, Роуз, что ты делаешь? Привет, я готовлю очень особенные духи. Особенные духи? Да, да, скоро увидишь. Я тебе помогу. Мы тоже поможем. Нет, 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 вы лучше готовьте рынок. Только я одна могу это сделать. На чем я остановилась? Ой, да. Капельку аромата дыни, улыбку маргаритки. Пахнет так вкусно. Ну и, конечно, немножко клубничной сахарной ваты. Это очень особенные духи. Усиливают твои таланты. Все будут поражены. Ой, какая красота! Ух ты! Мила, мастерица на все руки. А София сама аккуратность. А Эйва ужасно смешная. Вот, прошу. Новые особенные духи. У них феноменальный запах, и они усиливают таланты. Я тоже хочу! Ой, они закончились. Я мало сделала. Но не бойтесь, сделаю еще. Эй, осторожно, Роуз! О, какой чудесный рынок! Привет, карапузы! Роуз сделала особенные духи, которые усиливают таланты. Они закончились, и она ушла делать еще. Вот здорово! Я тоже хочу! Как странно. Мила стала неуклюжей. Обожаю наводить беспорядок. Не знаю, что с ней такое, но мы лучше пойдем. Нет, 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 не уходите. Смотрите, Эйва очень смешная. Эйва, тебе плохо? Карапузы, нужна помощь. Я совершила ошибку. Похоже, у духов противоположный эффект. А я разучилась смешивать ароматы. Я догадалась. Вот почему Эйва, Мила и София такие странные. Беспорядок, беспорядок! И что? Как это исправить? Ну, я еще не придумала. Мы поможем. Нет, нет, нет. Я знаток духов. Я что-нибудь придумаю. Роуз. Ну ладно, ладно. Не бойся, это наука. Ну-ну-ну. И очень легкая. Я назову их цветок страсти. Ай, жжется, жжется, воды. Ладно, а эти нет. Это дымный цветок. Ой, вот эти помогут. Аромат принцессы. А? Ну да, принцессы-лягушки. Но знаете, делать духи — это больше, чем просто мешать ароматы. И у каждого карапуза свой. Но меня покинуло вдохновение. Не говори так. Может, у нас нет талантов. Может, мы и не самые великие знатоки духов. Но мы не бросаем в беде друзей. Роуз, что ты использовала, чтобы усилить таланты? Ну, капельку лаванды, винограда и розы. Чего-то не хватает. Но чего? А, я помню, аромат клубничной сахарной ваты. Смотрите, я снова гений ароматов. Скорее приготовим для Милы, Эйвы и Софии. Да! Это же катастрофа. Что теперь будет? Все кончено. Не бойтесь, мы нашли решение. А? Что здесь случилось? Какой беспорядок. Я мигом все исправлю. Карапузы, смотрите, эти духи для вас. Самых верных друзей на свете. Спасибо, Роуз! Эй, поглядите на меня!
сегодня за день? Я ничего не вижу. И так холодно. Эй, осторожно, ты промокнешь. Ух ты, озеро замерзло. Вся бухта Тутти-Фрутти замерзла. Я знала, что лед скует бухту Тутти-Фрутти. Ого! Поглядите на домики! Мне нравится, а их можно есть? Нет. Малиновое озеро замерзло. И фрукты. И мой край смузи тоже. Все вокруг. Мне так холодно. Думаете, это фэнтези наслали мороз? Я здесь. Невероятно. Все кругом замерзло, поэтому так холодно. Какая красота вокруг. Мне нравится бухта Тутти-Фрутти во льду. Да, только очень холодно. Не бойтесь, карапузы. Я заказала у Скарлетт новые пижамки, теплые. Эй, а ты кто? О, не переживайте за меня. Лучше посмотрите вон туда. А? Кто этот карапуз? И зачем нам смотреть туда? Водопад и фабрика вкусов замерзли. Пятнашки, чтобы согреться? Бухта Тутти-Фрутти замерзла. Замерзла? Но как это возможно? Здесь тоже стало холодно. А? Опять ты? А ты кто? Я Шана, а это мой питомец Шай. Шана все знает, и ей даже не нужен хрустальный шар, как Тине. Ага. Я же вижу, как вам холодно, и поэтому закажу у Скарри для вас теплую одежку. Да! Ух ты, Кейра! Мы еще не получали так много заказов за такое короткое время, а нам заказывают еще. Значит, там очень холодно. Кейра, дай теплую бутылочку. Впереди длинная ночь. Карапузам нужна теплая одежда. Эй, идите сюда. Я вам кое-что скажу. Я знаю, откуда взялся мороз. Просочился через дерево фэнтези. Ой, ты все выдумала. Холод идет из холодильника. Она права. Помнишь огромное дупло в дереве? Но с помощью Стеллы и ее волшебной пустышки мы закрыли его навсегда. Ну, или нет? Шана права. Тина увидела большую дыру, из которой веет холодом. Она огромная. Но почему веет холодом? Я не понимаю. Шана? Шана? Не работает. Надо подняться и починить. Но я еле могу пошевелиться от холода. Привет! А вот и я. А? Опять ты? Ну кто ты? Простите, я немного торопилась. Я Шана, а вот ваши новые пижамки. Очень приятно, дай мне пижама! Ух ты! С новой пижамой нам не страшен холод! Спасибо, Шана! Ура! Работает! А теперь давайте делать край джуз! Виноград, ананас, арбуз и клубника. Идеальный набор для край-джуз. Но фрукты заморожены. Посмотрим. Уверена, все не так плохо. Нас таких край-джуз не получится. Ой, нет! Если мы не сможем делать край-джуз, нам придется закрыть фабрику. Нет, я хочу делать край-джуз. А я хочу отцепить это от языка. Вот, попробуй это. Ням! Молоко с фруктами на вкус как мороженое. Мороженое Тутти-Фрутти! Сделаем самое вкусное мороженое в мире! Спасибо, Шана! Шана? Ну и куда она делась? Холод идет из дыры в дереве. Это наш старый дом. Ноги в руки и вперед! Наверняка нас там принцесса ждет. Вперед! Может, дождемся, когда станет потеплее? Мы, бэйби-завры, привыкли к холоду. Шана! Я вернулась не с пустыми руками. Это для Кони, это для Дримми. Ну а это для... Кристалл! Новые такие наряды! Такие теплые! Вам идет! Спасибо, Шана! Шана? А там есть еще карапузы? До них далеко? Сколько там миров? Как много вопросов. Там мы и найдем все ответы. Продолжение следует.
Гарри. Так холодно. Вся бухта Тутти-Фрутти замерзла. Холод идет из дыры в дереве. Это наш старый дом. Ноги в руки и вперед. Вперед! Дыра в другой мир. Спускайтесь, тут так здорово! Да? А там холодно? Я уже иду! Ого! Лечу как птица, и сердце стучится! Та-дам! Эй, карапузы, спускайтесь! Ой! Чудесная пижамка, Тина! Да, но ведь здесь ничего не видно! Ничего не бойтесь, все за мной! Здесь так темно и так холодно. Мы уже пришли. Пахнет диносупом, который варили динозаврики. Обожаю. Ну вот, мы пришли. Так холод пришел к нам отсюда. Вот беда, но решение найдется всегда. Тина и Дина, почему вы не рассказывали о своем мире? Какое чудесное место. И все такое морозное. Да, все заморожено. Интересно, где моя кузина? Кузина! Кузина Фиби, как я рада! Будем смеяться до упаду! Стелла, ты вернулась! Ты тоже, Дина? Да, мы заволновались. В наш мир проник холод из мира Айси. И нам неспокойно. Посмотрите, все вокруг тает. Не бойтесь, мы исправим вместе. Я Кони. Это Дримми, Шана и Кристал. Очень рада знакомству. Идем, познакомлю вас с друзьями. Ну вот, моя новая работа. Просто чудесная. Что скажешь, Нису? Эй, Сауру, у нас гости. Как гости, очень приятно. Не обижайтесь. Никто не ходит к нам в гости. И она стесняется. Идем, найдем остальных. Тила, у нас гости. Гости? Подружки, вот это новость. И кто же они? Я Кони, это Кристал, Шана, Дримми. Хотите попробовать Дина-суп? Он вас согреет. Хотя тут стало ни капли не холодно. Как вкусно пахнет. Приятный запах, а на вкус еще лучше. Как вкусно, а можно еще? Я слышала, у нас гости. День добрый, приветствую. Ух ты, какие способности. Ой, это был мой подарок вам. Но ничего страшного. Простите, что раньше убежала. Я надела юбочку, чтобы исполнить приветственный танец для вас. Идем. Каток не такой замороженный, как обычно, но все равно здорово. Так гораздо лучше. Ух ты, какие красивые. Обожаю коньки. Со мной такого не случалось, но лед потихоньку тает. Там большая дыра, и холод уходит. Поэтому мы здесь. У вас здесь тает лед, а у нас там все заледенело. Не бойся, Сауру, мы позовем на помощь. Нельзя, чтобы весь холод ушел. Не то наш мир растает. Мы пойдем к принцу и принцессе. Они знают все на свете. У них повсюду глаза. Принц и принцесса? А где они? Вон там, в замке. Ух ты! Так хочется увидеть принца и принцессу. Ой, они знают, что я сорвала цветочек. Они приветствуют статуи? Не знаю. А где же тогда принц и принцесса? Добро пожаловать в мир Айси. О, Тина, Дина, Стелла. Какое счастье, что вы здесь. И вы тоже. И да, Кони, мы все на свете знаем. Ой. Мы знаем, что вы здесь из-за мороза, который к вам просочился. Ух ты, Тутти-Фрутти замерзла. Тишина. Стелла. Мороз из мира Айси проник в другой мир и заморозил его. И наш мир растает. Холод уходит через дыру. Дрожу от страха, как лист на ветру. Из-за дыры мороз в наш мир пробрался. Мы не знаем, что делать, но будем очень стараться. У нас мало времени. Нам надо удержать холод. Надо скорее найти решение. Или равновесие в мире нарушится навсегда. Карапузы, вы готовы? Да! Продолжение следует.
следующей серии. Добро пожаловать в мир Айси. У вас здесь тает лед, а у нас там все заледенело. Мы пойдем к принцу и принцессе. Надо скорее найти решение. Карапузы, вы готовы? Да! Идеальное решение. У нас мало времени, надо удержать холод. Ну что для этого нужно? Дыра просто огромная. Ух ты! Нравится, да? Это волшебная яма. Она хранит всю нашу историю. Ух ты! Что было, когда упал метеорит? Мы его заморозили. Все вместе! Ух ты! Что было, когда роботы заболели? Мы отключили их. Все вместе! А когда появился призрак Карапуз, мы закричали и убежали. О, все вместе! Все ясно, все вместе. Но как закрыть дыру и не выпускать холод? Ворота! Ворота? Но дыра гигантская. И ворота будут большие. Да, с огромной аркой. Их можно открыть и закрыть. Нужна ручка. Ну что, карапузы, поработаем вместе в команде? Да! Мы команда номер один! А мы номер два. Команда номер три. Будет здорово! Нет-нет, вот инструкции. Вы должны прочитать их. Инструкции, чудесно! Все вместе. Они должны понять, что работать надо в команде, а не командами. Спокойно, все хорошо. Чтоб лед больше не таял, мы построим здесь ворота, и тогда наш мир спасен, и помогут в этом нам наши друзья. Ведь когда мы вместе, то всегда творится волшебство. Наша дружба сможет все преодолеть. Супа, чтобы восстановить свои силы. Да! Да, работа в команде так утомляет. Эй, не забудьте про нас! Но прежде установим ворота. Наши ворота первые. Нет, наши первые. Зато наши красивее. Ой, они маловаты. Попробуем наши, а? Тоже маленькие. Наверняка наши ворота тоже маловаты. Не получается. Все маленькие. Это очень трудно. Я не понимаю. Мы все делали по инструкции. Вы все молодцы. Но каждый раздел про разные детали ворот. Осталось их соединить. Вы знаете как? Все вместе! И, наконец, последняя деталь. Теперь осталось только одно. Ручка. Ручка? Но этого не было в инструкции. Ручка! Как вы ее изготовили? Спасибо, вы спасли нас. Мы остановим холод. Это самые красивые ворота на свете. Мы их построили все вместе! Айси Уорд Мэджик Кидс! Ух ты, здорово! Слезы нашего мира завершат нашу работу. Она станет безупречной. Мороз вернулся в мир Айси. Эти ворота удержат холод внутри. И очень скоро все снова станет как прежде. Спасибо, принц и принцесса, вы так помогли нам! Мы построим здесь ворота, и тогда наш мир спасен. Каток полностью замерз. Ведь когда мы вместе, то всегда творится волшебство. Наша дружба сможет все преодолеть. И сейчас, Бетти, это так вкусно! Да, мир фэнтези снова стал равноцветным!
почти замерзла. И, наконец, арбуз с ананасом. Ай, вкус банана и винограда. Эй, я делаю арбузно-ананасовое. Почему бы для разнообразия не приготовить без ананаса? Мороженое вкуснее с ананасом. Еще вкуснее с виноградом. Арбуз и ананас. Банан и виноград. Арбуз и ананас. Банан и арбуз виноград. Арбуз и ананас. Ой, это катастрофа. Надо решить, кто главный на фабрике. Я буду главная по мороженому. Но и я хочу быть главной. Ладно, пусть карапузы решат, кто главный на фабрике. Пускай. Как спокойно. Карапузы, голосуйте за Пию. Что ты делаешь, Пия? Зачем тебе плакаты с твоим портретом? Чтобы вы выбрали меня, а не Грейс. Я хочу быть главной на фабрике. Но Грейс тоже хочет. Пусть карапузы выберут одну. Всего одну? Но что должен делать главный? Выберите меня, и вот я... Вот и я! Голосуйте за Грейс! Вот и второй кандидат. Привет, Пия. Я придумала. Организуем дебаты и узнаем, кто лучше. Согласна. Пусть победит сильнейший. Это я. Нет, это я. Сегодня мы узнаем, кто будет главным на фабрике. Иди, Дотти, начинается. Готовы задавать вопросы друзьям? Если вам по душе Пия, голосуйте за нее, нажав на ее портрет. А если вы выбираете Грейс, то нажмите на нее. Эй, не сейчас. Только если вам нравятся их ответы. О, так это дебаты. Мы спрашиваем, они отвечают. Победителем станет тот, кто наберет больше очков. Готовы? Угу. Первый вопрос от Скарлетт из Сториленд. Ваш любимый замороженный фрукт? Ананас. Любимый? Я все люблю. Хорошо. Коали спрашивает, как вы узнаете, какое мороженое мы любим? Ну, я попрошу карапуза выбрать одно любимое. Зачем выбирать одно, если можно все? Я! Прошу, Кристал. Сделайте мороженое со вкусом моря. Нет, соли многовато. Конечно, сделаю. Ваше пожелание для нас закон. Есть еще вопросы? Есть, у меня. На фабрике иногда остаются лишние фрукты, и они портятся. Что вы придумаете, чтобы не выбрасывать их на помойку? Это очень важный вопрос. Ну, можно отдать их питомцам. Что скажешь, Пия? Можно из оставшихся фруктов сделать мороженое, в котором будут все вкусы. Пломбир тутти-фрутти. Ура! Да, замечательно! Кое-кто набрал максимальное количество очков. Главный на фабрике мороженого станет Пия! Да! Спасибо, что голосовали за меня. Подружки, с этой минуты я тут всеми командую. Вы можете отдохнуть. Опять ананасовые? Идем на фабрику для серьезного разговора. Да! Нет! Это катастрофа! Что здесь происходит? Быть главной – это так трудно! Я не справляюсь в одиночку! Да, а мы уже от души наелись ананасов. Да, вы правы, но мне нечего придумать. Мы тебе поможем! Давайте вернем нашу команду! Конечно! Не волнуйся! Magic Team Day! Карапузы, давайте вместе наведем тут порядок. Да! Я главная по уборке. Пия, мы же одна команда. Ой, простите.
Когда бухта Тутти-Фрутти замерзла... Финал моего танца на день рождения! Запоминайте! Вот так! Теперь вы попробуйте! Вот так! Очень неудачно! О, нам надо много отработать! Вы не ушиблись? А? А это что? Ух ты! Красивый цвет! Наверняка вкусное яблоко! А? А теперь это клубника! И виноград! Ого! Это фрукт-сюрприз! Теперь вкус груши! Ого! Тут еще один, и еще, и еще! Придумала! Я сделаю сюрприз мороженое на день рождения! Это превзойдет любой танец! Простите! Ух ты! Банановый вкус! Ого! А теперь как малина! Такого не бывает! Я хочу попробовать! Банан! Яблоко! Мне нравится! Да! Я сделала мороженое сюрприз! Это же чудо! Уверена, его все полюбят! Сейчас вернусь! А что это за фрукты? Я нашла их у озера! Вкусно! Можно еще? Ну, если честно, то фруктов мало! Я хотела оставить их на свой день рождения! О, это правильно! Эй, я вернулась! Что правильно? Грейс хочет сохранить фрукты-сюрпризы, чтобы сделать мороженое на свой день рождения. А я пригласила всех прийти и попробовать. Тогда не останется фруктов-сюрпризов. Сделаем немного мороженого с этими фруктами, а еще другими сюрпризами. Пряности или соль? Да, отличная идея. Карапузы, делаем мороженое. Апельсины с маслом. Бананы с карри. А чтобы мне добавить в клубнику? Сахар! Много сахара! Внимание, внимание! У меня мороженое-сюрприз! Мороженое-сюрприз? Ого, оно сверкает! Я не встречала такого мороженого! Это сюрприз! Увидишь! Как вкусно! Эй, у него вкус не клубничный, а грушевый! Я люблю груши! Вкусно! Язык проглотишь! Да, я тоже хочу! И я еще хочу! Да, но мои закончились! Зато у меня еще есть. Ура! А это какой вкус? Лед. А в этом что? Песок. Как вкусно. Я хочу еще. Эй, я тоже хочу. Кажется, получилось. У этого вкус не меняется, но все равно вкусно. Дай лизнуть. Очень сладко. Что ты положила? Только клубнику и сахар. Зато много! Мой животик! Много сахара плохо для животика и для зубов. О, нет, я не знала, поэтому взяла только клубнику и сахар. Мой животик! Это катастрофа! Карапузы заболели из-за меня. Не бойся, кажется, у меня есть лекарство от боли. Я так и знала, вот оно. Вот, прошу. И на вкус гадость. Никто не станет его пить. Но кто не выпьет, тот не поправится. Что же нам делать? А если смешать его с мороженым? Ну да, мы сделаем целительное мороженое. Но мороженое закончилось. Зато остались фрукты-сюрпризы. А твой день рождения? Кому нужен день рождения, когда друзья больны? Идем, вылечим карапузов. Идеально! Все прошло. Мы здесь, и у нас мороженое сюрприз. Нет больше никаких сюрпризов. Попробуйте, станет легче. Эй, мой животик больше не болит. И на вкус ананас, а теперь малина. У меня было банановое, а стало дынное. Самое вкусное в мире. Да, но что в нем? Сюрприз! Да!